Закончили, значит, фундамент на нашем участке на левом берегу Волги. Вот буквально 100 метров от нашего фундамента, от участка. Значит, здесь мы строили ленточный фундамент из ФБС-блоков. То есть монолитная подушка метровая, высоту 30 сантиметров, ширину 1 метр. На нем установили 3 ряда блоков ФБС по наружке 50 в толщину, по несущим внутренним стенам 40. Давайте посмотрим вот вход отдельный, да? Здесь у нас спуск в подвал. Смонтировано вот штучными монолитными ступеньками, бетонными ступеньками. Здесь у нас лежит два швеллера 200-го, толщина 8 миллиметров, и на нем вот установлены монолитные ступеньки вот эти вот. И, пожалуйста, вот как готовая ступенька. Значит, спускаемся в подвал. Здесь у нас, как видите, да, вот то, что я ранее говорил, монолитная подушка внизу, метровая, 3 ряда ФБС-блоков, армопояс 30 сантиметров на всю толщину наружных стен, цоколь приподнят, монолитные участки, то есть замежные части между ФБС-блоками, которые остаются, мы залили бетоном. Также здесь видно, да, бетоном все сделали. На каждом ряду армировали раствор и углы армировали восьмеркой арматурой, связывали между собой, сваривали. Значит, здесь помещение 15 на 20, и практически дополнительный этаж, ну, техэтаж, не цокольный этаж, это технический этаж считается, да, можно использовать как кладовку здесь, можно как производство какое-нибудь, да, мастерскую можно сделать. Значит, еще оставили по технике безопасности дополнительно вот колодцы здесь маленькие, 30 сантиметров. Вот такие вот они у нас. В случае чего, там потопление, потоп произойдет или еще что-то, чтобы можно было куда сунуть насос и все это выкачивать. Вот такое помещение здесь. Три помещения под домом. Вот еще здесь одно помещение. Здесь пол у нас залит стяжка с армированием под сетку дорожную, ячейками 10 на 10, там толщина 6 миллиметров. Все это сармировано и залито в толщину 10 сантиметров. Значит, вход в подвал у нас, еще выход центральный есть лестничного пролета, скажем так. Вот выход на межэтажную площадку. Вот это межэтажная площадка, и на этой площадке можно выйти в гараж, да, скажем так. Вот приехал ты на машине, вышел, раз там какие-то, да, материалы, еще что-то привез, раз спустился, что-то домой, например, да, захотел понести, это в дом вход, а что-то вниз в подвал, да, куда-нибудь там сложить, это вход. Очень удобно. Здесь подъем в дом, здесь уже жилая зона. Здесь мы установили балку лестничную, так как здесь высоты нестандартные под марши, да, лестничные, а дальше уже будет подниматься все на маршах. Вот эта балка принимающая, да, вес лестницы, а дальше уже также будут монолитные либо балки, либо сразу площадки, и смонтировано будет монолитные марши. Здесь перекрытие у нас, вот плиты перекрытия, все сармировано, то есть заанкировано, все замазано, все швы. И части вот на монтажных петлях тоже все замазано, чтобы вода туда не проникала. То есть на этом этапе мы на этот год заканчиваем здесь работы и оставляем на следующий год. Будем консервировать фундамент, и останется на следующий год. Как видите, да, вот два уровня здесь. У нас вот эта часть ниже уровня, чем дома.
Так как здесь у нас заезд в гараж. И, исходя из этих высот, пришлось эту опустить ниже. Соответственно, у нас еще тут фишка есть такая. Цокольный кирпич вот облицовывали мы. С наружной стороны облицовку мы изготовили из полнотелого клинкерного кирпича. Это единственным экземпляре уже вот остатки мы привозили на этот объект. Больше их не существует. Это наш производитель, завод «Экоклинкер» был раньше. Мы с радостью пользовались его продукцией. К сожалению, он закрылся. И вот остатки мы вывезли оттуда. Кирпич вот клинкерный, без фаски, острыми углами. То есть очень подходит для изготовления цокольных частей дома, так как он не впитывает влагу, там 3-4% водопоглощения. Плюс еще он полноцелый, то что здесь нет отверстий, то есть не будут образовываться конденсант и промерзание этого конденсата. То есть очень такой кирпич, по нашему мнению, что он как раз для цокольных этажей, для цокольных частей дома. Здесь мы сейчас его прочистили полностью керхером, прочищаем. И дополнительно сверху будем напылять гидрофобизатором, чтобы он сохранял свой товарный и эксклюзивный вид. Вот у нас армопояс как раз вот до этого уровня у нас будет, ну, примерно минус от этой грани минус 10 сантиметров будет заполнено грунтом и протрамбовано. А отмостка начнется у нас вот под низом кирпича, уже начнется отмостка. То есть вода с дома будет стекать вниз и будет по отмостке вытекать, отводиться. После кирпича клинкерного у нас идет утепление, чтобы исключить промерзание, да, цокольной части. И плиты, чтобы не промерзали полы, чтобы на углах дома не образовался, не образовалась влага. И тем самым плесень. Так, так как у нас здесь участок находится на уклоне, немного уклон есть небольшой, и по геологическим данным, показателям, у нас здесь показало 1,50 м, поднимается весной уровень воды, было принято решение здесь организовать дренажную систему с выводом на вот этот колодец рядом с домом. Он очень глубокий, тут 8-9 метров. Дренаж мы изготавливали в классическом стиле, скажем, текстиль, плотности 150 принимали, гравий фракции 5х20, трубу SN8, которая будет выдерживать нагрузку от грунта. То есть все в классическом стиле и сделано все по нормам. Этот фундамент размерами 15х20, мы его построили за 2,5 месяца. Ну, плюс дренаж это включительно, да, ну, были неблагоприятные для строительства. Поэтому вот так, за такой срок мы его изготовили.